сказать, что Салман является одним из моих основных спарринг-партнеров и спарринг-партнеров в борьбе и именно в спаррингах, поэтому очень за него болею, рекорд. И у него очень большой опыт, и думаю, что будет очень интересный бой. Вы, кстати, не знаете, Михаил, почему Салман Джамалдаев по прозвищу «Злой»? Не, даже не знал. Я впервые услышал вот это его прозвище. Тип такой пропустил и сам бы ответил справа. Да, да, да. Такой тип прям в голову, конечно. Очень жесткий. Сейчас коленом, смотрите, клинч, колено по туловищу. Ну, я же говорю, хороший, конечно, видно у него соперник такой. Посмотри, как. Алонсо Мартинес, да. Напомню, дорогие друзья, 39 побед у 39 этого парня. 17 побед. Поражений и один я ничейный результат. Я думаю, это о чем-то говорит. Да, 31 год этому спортсмену, 177 сантиметров его рост. Но вот, в свою очередь, Салман Джамалдаев провел 9 поединков всего, 8 одержанных побед. 9 поединков. Да, и одно поражение. Ну, с хорошими бойцами он дрался. Это что-то страшное. Поздравляю. Вот это нокаут. Ой-ой-ой. Я говорю, очень жестко. Очень красиво. С уклона через правую руку. Это, знаете, классика бокса. Да. Под левую как раз с уклона справа тяжелейший удар. Прекрасно. Он, по большому счету, тоннаж имел просто сокрушительный. Еще, вы знаете, по-моему... По-моему, рефери как раз Корнеев не доработал максимально правильно. Он отпустил дистанцию. Дистанцию вытянул слишком серьезную и не смог ее быстро сократить, потому что два удара еще тяжелейших по лежачему бойцу из Америки Алонсо Мартинесу пришлось нанести Салману Джамалдаеву. Я был рядом с Салманом, я не видел вообще рефери. Красивейший нокаут, конечно. Да, да, да. И действительно. Хотел бы еще вот сказать несколько слов буквально о Салмане. Я говорю, вот он мой спарринг-партнер, постоянно работает со мной, учится, не стесняется учиться. И он мне как-то сказал, ты знаешь, говорит, я очень любил твои бои, я всегда на тебя смотрел, говорит, фанател от тебя, говорит, учился у тебя. И я даже хотел один раз с тобой подраться, говорит, я очень думал, ну, я думал, что у нас бой будет. Но я, говорит, еще больше рад, что мы в одном клубе с тобой. И постоянно смотрит мои спарринги, мою работу. Да, ну будем и надеяться. Молодец, Алман, поздравляю. Будем надеяться, что у вас так и не состоится поединка, ну, все-таки. Уже, я думаю, что вряд ли. Мы все-таки на данный момент одноклубники. И знаете, Салман уже. Злой, почему, мне кажется, злой еще? Потому что когда он не улыбается, он действительно вызывает такое ощущение злого парня. Но удар, конечно, какой гематома с рассечением гематома. Еще. А куда он попал ему, получается? Он же бил вроде с правой. Тяжелейший попал, нокаут. Получается, в правую сторону, что ли? Посмотри, он до сих пор плывет. Нет, если напомню вам, плывет, посмотри. Нет, напомню, Михаил, напомню. Когда был удар тяжелейший справа, который по большому счету добрел к нокауту, там было два удара добивания сверху. Они были хаммерфистами. И там, наверное, он и посек его. Плывет до сих пор, посмотри. Страшный нокаут. Я хочу сказать, что очень хороший боец. Главное, чтобы и последствия не были страшными для американского бойца. Красивейшая победа. Поздравляем Салмана. Поздравляем. И поздравляем мы Салмана Джамалдаева Злого. Бойца клуба «Ахмат» с этой прекрасной, уверенной и очень красивой, яркой победой.